Всем привет! Я в отеле Cinnamon Bay Beruvala. Это отель находится где-то в полутора часах езды от аэропорта Коломбо. В отеле 200 номеров. Отель 2012 года, то есть 12 лет, уже не свежий, но такой прекрасный, компактный, красивый отель, хорошая зелень. Мне понравился пляж. Пляжи есть специфика, то есть создана такая лагуна, есть отбойники из камней, и поэтому очень легко купаться даже при волнах. Поэтому на видео вы увидите, очень крутая концепция, хороший бассейн, большой ресторан. Все это находится возле основного здания, и в основном здании все номера. Рядом есть детский клуб для семей. Территория такая красивая, стильная, есть газончики, много пальм на территории. В целом отель такой для семейного отдыха, хороший, мне понравился, поэтому при хорошей цене выбирайте. Подписывайтесь на канал Отдыхаевы, ставьте лайки, смотрите все новые свежие видео, будьте с нами. Номер категории Superior – это стартовая позиция в отеле. В принципе, большинство номеров похожего плана. Большая двуспальная кровать. Номер с балконом. Балкон и вид на море. Так, и идем в обратную сторону. Здесь есть такое багажное отделение, есть туалет, есть санузел, умывальник и душевая кабина. It's a treatment room, right? Yes, all are occupied right now. Unfortunately, it's more a bed in here. Так, это детский уголок, детская комната. Вот часть внутренняя. Есть внешняя часть, тут столики, какие-то пуфики. Несколько горочек. Здесь такая еще лазилка. Ага, и вот еще такие небольшие комнаты с кондиционерами. Это вот сама территория отеля, тут также много растительности, вот основные корпуса, показываю, впереди главный ресторан, основной бассейн, вот такая территория на траве, где все лежат, с лежаками, и такой заборчик с выходом на пляж. Здесь пляжи все общественные, поэтому нет своих пляжей. Всюду ограждение, есть охрана и выставляют лежаки для того, чтобы было удобно искупаться.
вот часть лежаков здесь находится также. Вот в этом отеле небольшая лагуна. То есть есть такой отбойник из камней. И за счет этого есть как возможность искупаться. Очень удобная схема в отеле. И это первый такой отель, где такое практикуется. Классный вариант. Красивая растительность всюду. Прекрасная компактная территория. И здесь вот иду сейчас к бассейну, немножко покажу. Ресторант, хай. Вот такой ресторан здесь есть. Шведская линия. В данном случае сейчас ланч. Еды покажу. Что-то здесь жарят, какие-то зеленые блинчики. Вон очень много видов десертов. Прям. Это бар, такая зона возле бара. Ресторан Free Grill Restaurant.